В Оржеве инспекторы ГИМС провели совместный рейд с сотрудниками государственного пожарного надзора по местам массового отдыха людей. В первую очередь сотрудники МЧС осмотрели берега, где купание строго запрещено. С теми, кто нарушил рекомендации, пришлось провести профилактические беседы. Кроме того, отдыхающим напомнили об опасностях диких пляжей. Не стоит купаться и нырять в незнакомом месте, а также заплывать далеко от берега. Судовладельцам рассказали, что скорость движения моторного маломерного судна не должна превышать 40 км в час. А на малых реках плавание маломерных судов допускается лишь на минимальной скорости. Также отдыхающим напомнили, что на территории Верхневолжья запрещено разжигать открытый огонь в период действия особого противопожарного режима до 31 августа. Чтобы не возникало проблем во время отдыха на природе, лучше использовать площадки, оборудованные всем необходимым для проведения пикника.